Сюда уже смысла нет писать. Дело в том, что на днях уезжаем в укрепрайон. Вагоны уже заказаны. Сегодня получил свое оружие, которым и буду защищать вас и ваше спокойствие, мои дорогие, и нашу счастливую жизнь, которая наступит по окончанию разгрома фашистских людоедов. А пока, дорогие Танюша и мамочка, берегите себя и моего любимого сыночка Аркашеньку. О новом адресе сообщу. Крепко любящий тебя. Миллионы жизней за мирное небо. Вспомним каждого. 9 мая в прямом эфире РТВ Иваново в 11:00 смотрите Парад Победы. В 15:00 шествие бессмертного полка.